Короче говоря, немножко уже к концу двигаемся. Я на самом деле отвечала уже на этот вопрос. Я уже тут много наболтала про олимпиадный тайм-менеджмент, как все успеть, ничего не пропустить. Скажу важное. Вы в любом случае все не успеете, вы в любом случае что-то пропустите. Вот, вы в любом случае, это ненормально, если в какой-то момент вы сядете и такой, фух, все знаю. Это ужасно, если вам придет когда-то такая мысль. Это кризис. Я очень много чего не знаю еще в политологии. Да, я и занимаюсь с 9 класса 3 года уже учусь в университете на политологии. Одна политология вокруг. И ничего, я все равно очень много в ней не знаю. Да, и я не могу сказать. Я все. Все знаю в политологии. Если я когда-нибудь такое скажу, капец, это все, я, значит, я остановилась в развитии, некуда дальше двигаться, это ужасно, да, поэтому, а тем более в Олимпиаду, друзья, вы всегда будете чувствовать, что еще столько всего, что надо узнать. Если вы готовы к такой мысли, супер, никогда не будет ощущения, как в ЕГЭ, да, что вы такие, типа, все, все знаю, пробники на 100 пишу, знаю все темы кодификатора. В ЕГЭ такого не будет никогда. Никогда такого не будет. Ой, точнее, в Олимпиадах, извините, такого не будет никогда, как в ЕГЭ. Вот, потому что Олимпиады, как бы, даже кодификатора как такого нет, да, они могут что угодно требовать. Да, поэтому ощущение, что вы узнали все, нездоровое. Нужно быть готовым к тому, что вы всегда будете изучать какие-нибудь фамилии, какие-нибудь теории. Вы такие, это кто вообще? Я 5 лет занимаюсь Олимпиадами, первый раз слышу. Бывает, нормально. Все равно что-то пропустите, все равно что-то не успеете. К этому надо быть готовым. Вот. Как все успевать? Опять же, пытаться здраво распределять время, чтобы у вас в нем оставались силы на отдых, силы на жизнь. Да, и, значит, короче, прочее, прочее, прочее. Да, так, чтобы это шло через удовольствие, да, через труд, через усердие, через упорство. Это правда. Я тут не говорю, что мы в сказку попали. Но, да, так, чтобы, опять же, слезки на тетрадь не падали. Это важно. Вот, поэтому мы не ставим цели все успеть, ничего не пропустить, знать все на свете, но да, заниматься придется много, грамотно распределяя силы. На курсе будет куратор, да, и куратор будет сильно подсказывать по тому, как распределять время. Тем более, что куратор будет проверять ваши работы. Когда он напроверяется ваших работ, он еще и поймет, что у вас больше проседает, да, что вам нужно больше повторять. Он вам подскажет, на что обратить больше внимания и так далее. Вот это индивидуальное сопровождение, оно тоже очень полезно в этом смысле. Вот. Поэтому все не успеть, но свою какую-то индивидуальную траекторию выработать важно, нужно и полезно. Вот.